Когда ваши жены решились на терапию для семейных пар, разве так вы себе это представляли? Ну, естественно. Мы же парочка пар. А что не так? Билл, Тед, хватит уже этого бреда. Вы не путешествовали во времени, и вы не были в раю и в аду. Займитесь настоящим делом. Будьте примером своим дочерям. Найдите нормальную работу. Билл, всю нашу жизнь мы пытались объединить весь мир. Я так устал, чувак. Тед, от судьбы не уйдешь, чувак. Ого! Ух ты! Приветствую, мои кайфовые друзья. У нас проблемы. Подойдите. Песня, созданная Престоном Логаном и сыгранная сегодня, спасет реальность, какой мы ее знаем. Ого! Чувак, надо скорее написать песню. Или погнали в будущее, где она уже написана. И стырим ее у самих себя. Только это ведь плагиат. Ништяк! Какой же это плагиат, если мы стырим ее у самих себя? Скоро на экран. Наши отцы попали в переплет. Свет! Свет! Нужно их спасать! Да чтоб вас! Как же духа, Билл и Тед! Мы собираем самую убойную группу! Хочешь нашу группу? This is your fantastic! Киану Ривз. Мы договоримся со смертью. Он играет в классике сам с собой. Он мухлюет. Как же туха смерть! О, популярная группа «Дикие жеребцы». Зажигаем! Алекс Уинтер. Давайте балдеть вместе. И тусить до упада. Билл и Тед. Теля! Билли! Отцы! Как делишки? Ну мы типа умерли. И мы в аду. Ну а вы-то как? Мы в порядке. Давайте балдеть вместе в 2020-м.